Всем привет! Сегодня мы познакомимся с симулятором электрических схем DCAC Lab. Он является онлайн-программой и запускается с любого браузера. В этой виртуальной лаборатории можно создавать цепи постоянного и переменного тока, а затем производить измерения с использованием мультиметра и осциллографа. В первой вкладке вкратце представлены возможности данного симулятора. К сожалению, этот сайт только на английском языке, но, на мой взгляд, пользователь вряд ли будет испытывать неудобства при создании схем, так как все интуитивно понятно. Здесь дано описание инструментов и основные положения по использованию компонентов. Важной особенностью данной программы является реалистичный интерфейс, то есть компоненты нарисованы графически. Возможно, для начинающих это упростит понимание электрических цепей. При первом запуске симулятора мы можем располагать всеми функциями, но программа является условно-бесплатной. Во второй вкладке представлены цены. В бесплатной версии будут некоторые ограничения по экспериментам и невозможность редактировать параметры компонентов. Примерно 3-4 запуска программы будут доступны все функции, затем начинается ограничение. Однако скажу по секрету, полная версия симулятора возвращается после обычной очистки браузера, то есть очищаем кэш, файлы, куки и снова некоторое время пользуемся. Итак, запускаем, и перед нами открывается рабочая область, стилизованная под макетную плату. Для нее можно выбрать цвет, нажав на эту кнопку. Размер платы можно увеличить, это делается в правой части экрана. Посмотрим, что же у нас имеется из компонентов. Первое – это мультиметр, позволяющий измерять напряжение, ток и сопротивление. Здесь имеется ручка переключения режимов, как в реальном устройстве. Скорее всего, это сделано специально, чтобы привить практические навыки для тех, кто еще только знакомится с электроникой, чтобы научиться выбирать предел измерений. Очень здорово реализовано перемещение щупов. В других симуляторах такого я не встречал. Следующий инструмент – это осциллограф. Здесь крутилочками мы можем задать цену делений по осям. Далее имеется источник постоянного напряжения. По умолчанию это 1,5-вольтовая батарейка. При нажатии на нее всплывает окошечко, где мы можем задать параметры. Это делается тремя способами. Ползунок устанавливает напряжение от 0 до 12 вольт. Во втором случае мы просто пишем любое необходимое значение в текстовом виде. И, наконец, присутствует функция точной подстройки перемещением слайдера. Множитель нано позволяет установить значение до 9 знаков после запятой, милли – это 3 знака, ну и в режиме x1 меняются целые числа. Также все компоненты, размещаемые на плате, можно переворачивать и вращать. При ручном перетаскивании элемент пытается поворачиваться сам по себе. Если это раздражает, то убираем галочку Snap Rotation. Следующим по списку является переменный источник синусоидальной формы сигнала. Напряжение задается также, но регулировка частоты мне не понравилась. После 100 Гц синусоида плавно превращается в треугольник. Этот элемент следует рассматривать скорее как сетевой источник. Сопротивление резистора в этой программе задается как цветовая маркировка, выбирая число, множитель и точность. Либо просто пишем необходимое сопротивление в текстовом виде. Далее здесь есть тумблер и переключатель. Потенциометр представлен графически, и его можно поворачивать не только через окошечко параметров, но и вручную прямо здесь.
На этом прикольные моменты не заканчиваются. Вот, например, в программе имеется даже вентилятор. И давайте подадим на него напряжение. Соединение элементов производится гибкими проводами. Цвет проводников можно менять. При касании проводом батарейки видно, что вентилятор в первый момент начинает вращаться медленно. Также и при отключении немного продолжает двигаться, как в реальности. Так же, как в симуляторе EverCircuit, здесь условно показано протекание тока в проводниках и его значение. Отображение можно скрыть. Можно выбрать отображение протекания электронов от минуса к плюсу. Или выбрать общепринятое обозначение от плюса к минусу. Ну, то есть, как мы с вами привыкли думать. Если напряжение или ток в цепи станут неподходящими для конкретного элемента, то программа симулирует выход из строя. Давайте проверим это на примере вентилятора, лампы накаливания, предохранителя и светодиода. Во всех случаях сгоревший компонент окрашивается в серый цвет, и дальнейшее его использование невозможно. Придется удалить его из платы и заменить на новый. Соответственно, перед этим мы должны найти и устранить причину. То есть здесь симуляция схем приближена к реальности и не прощает ошибок. Так, далее по списку расположен диод и стабилитрон. Следующие два элемента помогут уменьшить количество проводных соединений и сэкономить и без того малое пространство платы. Из остальных компонентов мы имеем трансформатор, у которого можно задать индуктивность и коэффициенты. Транзисторы здесь только биполярные, прямой и обратной проводимости. Никаких параметров, к сожалению, изменять нельзя. Коэффициент усиления, скорее всего, у них имеет усредненное значение. И остается катушка индуктивности, конденсатор и операционный усилитель. Как я уже говорил, при первом запуске симулятора мы можем использовать все функции. Для примера давайте соберем простые схемы. Здесь собран одно-полупериодный выпрямитель, и мы можем наблюдать, как работает диод в цепи переменного тока. Синусоида срезается, после диода выпрямленное напряжение получается пульсирующим. А здесь мы можем наблюдать, как работает диодный мост. На выходе выпрямителя уже нет таких провалов напряжения. Частота пульсации возросла в два раза. Давайте посмотрим, что покажет симулятор после добавления сглаживающего конденсатора. На выход желательно добавить нагрузочный резистор. Чем больше емкость конденсатора, тем более гладкими становятся пульсации. Конденсатор успевает накопить энергию, а затем восполняет вот эти провалы. При емкости в 300 микрофарад картина уже становится лучше. А если емкость еще в два раза увеличить, то пульсации снижаются до значения примерно в четверть вольта. Уменьшив сопротивление нагрузки, мы повышаем ток в цепи. А чем больше ток, тем больше должна быть емкость конденсатора. Теперь давайте попробуем произвести симуляцию симметричного мультивибратора. Схема в принципе работает, но не обошлось без некоторых странностей. В первую очередь обратите внимание на транзисторы. Несмотря на надпись, на самом деле это структуры NPN. Светодиоды поочередно мигают. Попробуем уменьшить емкость конденсаторов в два раза.
частота переключения немного увеличилась. Для достоверности я все же попробую подставить те транзисторы, на которых написано NPN. Да, действительно, разработчики просто перепутали их местами. Вторая странная вещь заключается в том, что схема стабильно запустилась только от высокого напряжения. Меньше 30 вольт мультивибратор не работает, даже несмотря на очень маленькое сопротивление резисторов. Я думаю, дело здесь все-таки в некорректной модели транзисторов. Что касается светодиодов, я забыл отметить довольно большой выбор цветов. Также можно установить такой параметр, как прямое падение напряжения на светодиоде. У меня ушло довольно много времени, чтобы разобраться и заставить работать более сложные схемы, но безрезультатно. Ну, хотя бы могу предупредить вас, что этот симулятор годится лишь для простейших схем. Мультивибратор – это как раз-таки предел для этой программы. В ограниченной версии измерительные приборы доступны по одной штуке. Напряжение батарейки изменять уже не получится, так же, как и задать сопротивление резистора, емкость конденсатора и всех остальных элементов. Да, забыл сказать, что если зарегистрироваться, то в симуляторе появляется возможность сохранять проекты. Ну, а на этом, наверное, все. В общем, программа имеет свои плюсы и минусы. Надеюсь, этот симулятор когда-нибудь доработается. Спасибо за внимание, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Паяльник ТВ, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!